Регистрация на массовый 6-й забег «Беги, герой» открыта. Спортивное событие пройдет 30 мая. Организаторы разработали дистанции с учетом уровня подготовки 5 и 10 километров для новичков и любителей. Для заядлых поклонников бега будет предоставлена возможность пробежать полумарафон. Это 21 километр и 100 метров. Дистанция будет учитывать особенности ландшафта города, затяжные подъемы и спуски. Маршрут пройдет по видовым местам Нижнего Новгорода. Стартовать спортсмены будут со стрелки, дальше побегут по Канавинскому мосту, Нижневолжской набережной, площади Минина, Грибному каналу. В прошлом году дату забега несколько раз переносили из-за коронавирусной обстановки. В итоге забег состоялся 2 августа. Мы связались с организаторами. И вот какие новшества будут в этом году. Мы надеемся увидеть на старте 7 тысяч человек. В этом году мы возобновили детский забег и отложили на него 1000 слотов. То есть 1000 детей сможет пробежать детский забег накануне.